What you got on your face? No, look at me. Okay, it's good. Yeah, we watched some video today. We have to wash this off because we're gonna color the paint. No, we're gonna. The guy was coloring the back of it with paint. Okay. This is needs to be kept the same. So we watched some video today. That's, I think, that was the name of the video or the name or the channel. It was in Spanish. Okay, now we're and the guy made a beautiful scene. Gabe already cut them out here, so we got the sides of it, as you can see. I sticked it with plasticine. Yes, he sticked it with plasticine. And but I already made this one a player. Yeah, yeah, the players we're going to show later. The players we're going to show later. But what we need to do now, he already cut them out. This is the floor or the sand. So what we're going to do now is put them on the cardboard. And watch the camera. And then we're going to glue them together, right? Right. And then we're gonna glue them together. But I want to watch the tutorial because I like his channel. Yes, he likes it. We're gonna tag this channel. His work is very detailed. All right. And watches is very detailed. Oh, the timer. Yeah, but mine is not detailed. It's all right. Practice makes it perfect. All right, let's go back to work and make this scene. Yes, okay. And can you help me to hit on a glue? Yeah, glue gun. Put it out. Oh, where is it? It's there. Here? Yeah. Look. Какого купила Келлана? Итак, мы вырезали три такие части и приклеили на картонку. Сейчас будем их склеивать и покажем, что получилось. Итак, мы сделали наш уголочек. Сейчас будем добавлять все остальное. Да? Так, Габриэль уже начал добавлять персонажей. Ну, у меня еще осталось. Но еще их очень мало, да? Да, я еще одного сделаю, посмотрите. Ага, вижу. Сейчас. Ага, вижу, 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 вижу. Хорошо, продолжаем. Устал? Нет. Я закончила. Ну рассказывай, что у нас тут получилось. Тут таймер. That's the timer, okay. A line. Yeah. And a guns on the top. Yeah, guns. They detect in the movements, right? They can move. Yeah, okay. I don't see anything anyways, but okay. They move and they detect the ones who move in and they shoot them. Right? Okay. Вот дедуся. Он создал игру. Да. All my ladies, pop your backs with it.
Итак, мы приступили к самому, да, можно сказать, ожидаемому, что мы хотели сделать. Всем привет, вы на канале Gable Channel. Сегодня мы будем делать такие печенюшки. Honeycombs. Yeah, honeycombs. Так, собственно, попробуем. Никогда их не делала, подготовила сахар, подготовила вот такие, заказала на Wildberries формочки. Тыкву мы будем делать позже. Плита у нас уже нагревается, поставила уже достаточно давно на девяточку. Сейчас мы будем запускать сахар, посмотрим, что получится из этого. Потом немножко соду. Да, кстати, Габриэль, соду мы забыли добавить в наш инвентарь. О, давай соду. Сейчас добавим соду. Сейчас Габриэль добавит соду. Итак, первое, что мы пробуем, это мы пробуем плавить сахар. Давай попробуем. А рыбу поджарим давай. Давай попробуем сначала... Рыбу пожарить. Сколько пробуем? Ложку? Ложку. Мне кажется, даже можно две. Учитывая, что как он... А вдруг не получится? Вот сейчас это и посмотрим. Покажи, пожалуйста, что он начинает плавиться. Ну, он, по крайней мере, мы точно знаем, что он плавится. О, он плавится реально. И он становится как нам нужно. Немножко получается каким желтым, видишь? Да, вижу, он вообще желтый. Вот сюда, ребята, посмотрите. Так она выглядит. Я думаю, уже можно добавлять соды. Я, если честно, понятия не имею, сколько нужно соды. Но давай попробуем, начнем вот так. Ой, ой, ой. Чего происходит, ребята? Не знаю, что это такое. Это какой-то... Это какашки, мама. Похоже на щита вообще. No face. Посмотри на это. А, нет, вот это, мне кажется, это... Это щит реально. Это провал. Горячая? Сейчас, подожди. Мы ждем. Фу-фу-фу. Нет, так у нас, конечно, ничего не получится. И вот эти формочки, их надо, наверное... Так, ну что, я могу сказать, что первый блин, он не только комом, он вообще колом, наверное, я не знаю. В этот раз мы будем добавлять мало сахара. Ой, мало соды. Можно помешать. Let's wait. Ну-ка, вкусное там. Как лаулипап лежу. А, в этот раз соды я положила совсем немножко. Да, она начала вот так как-то набухать. Но в целом не получилось такого ужаса, как в прошлый раз. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть все на бумаге. На бумаге это выглядит все так же плохо, как в прошлый раз. Интересно, этим ложкам уже совсем капут? Ну что ж, вот эти вот, они очень плохого качества, поэтому они не могут даже нормально пропечататься, либо поверхность уже затвердела. Не понимаю именно, в чем может быть причина, но это выглядит ужасно. Да, он ожидал, что мы быстренько с первого раза. Вот это вот по консистенции получилось неплохая. Мы ждем немножко и пробуем, в общем, сделать из нее форму. Габ! А, вот такой получилось у нас где-то на шестой раз, но я переждала и опять все затверденело. Не знаю, вряд ли получится опять что-то сделать с этим. Все, я выключила уже плиту, потому что все, что у нас получилось... А где наша маленькая? Это вот. Это наша последняя надежда. Да, хоть бы получится. Ах, ну вот это все, что я, наверное, что я способна. Во-первых, эти формы ужасно тонкие, и с ними вообще невозможно работать.
Тут возможно дело даже не в маске, которая, в принципе, получается уже неплохо. Все, лей. Мне кажется, дело вот в этих формах, которые просто, я не знаю, даже ребенок может согнуть. А все, что у нас получилось, это вот это вот сердечко. Плюс оно получилось как-то вот так. В общем, отдельно. Gabe, stop annoying me, please. Okay, I'm gonna tell how a movie was golden. Okay, on the first game, a doll was real. They did it. But there's no computer graphics. Only in the last game there was computer graphics. No one died. There was piercada on someone, and it's bombed. No one died. And decorations в игре чётное-нечётное, there was a decorations в виде дома. Ты знаешь такую игру чётное-нечётное? I know. Okay, let's play чётное-нечётное. Всем пока. Мама, я уже начинаю делать. Всем пока. И куда же? Всем пока. Всем пока.